Последний опыт работы с филигранью у меня был 17 лет назад. Еще студентом я делал любопытные сканные вещицы, и кто-то даже находит их виртуозными. Но жизнь диктует свои правила, и филигранные украшения в наше время почти не востребованы. Не сразу, но виток за витком руки вспомнили давний опыт. Металл подчинился, и сканной узор пошел. Основой для набора рисунка мне послужил гипс, выточенный под форму будущего изделия. Кто работал с филигранью, знает, что набрать орнамент – это лишь полдела. Основная задача – пропаять его, после чего гипс удаляется. После нескольких доводочных операций мы переходим к закрепке перламутра. Здесь крайне важно выдержать толщину обжимного рантика, ведь перламутр хрупкий, и неверно выдержанная толщина металла могут привести к краху изделия. Но ювелир не ошибается, и изделие получилось элегантным и изысканным. А клиентка убедительно меня заверила, что теперь от меня не отстанет.